Любителям творожных десертов предлагаю рецепт, как приготовить чизкейк без выпечки. В него не добавляются яйца, что сокращает жирность чизкейка. Десерт получается вкусный и полезный. Попробуем. Хрустящая основа из песочного печенья, а сверху нежное облачко творожной массы. Десерт должен понравиться и маленьким нехочухам, которые не любят есть полезный творог. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте необходимые продукты. Желатин замочите в холодной воде, творог пробейте погружным блендером до однородности. Для песочного коржа возьмите песочное печенье и растопите сливочное масло. Печенье измельчите в крошку, добавьте масло, перемешайте до однородности. Разъемное кольцо, диаметр 18 см, поставьте на блюдо. Выложите песочную крошку на дно, утрамбуйте. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Набухший желатин соедините со сливками и распустите его на медленном огне, не доводя до кипения. В миске соедините творог, сметану и взбейте миксером до однородности. Добавьте сахарную пудру, взбейте. Продолжая взбивать, влейте желатиновую смесь тонкой струйкой. Вылейте пышную массу на песочный корж, накройте кольцо пищевой пленкой, поставьте чизкейк в холодильник на 2 часа, проведите тонким ножом вдоль бортиков кольца, снимите его, приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Нам понадобится печенье песочное, 150 грамм, масло сливочное, 80 грамм, растопленное, творог 9%, 500 грамм, сметана 20%, 80 миллилитров, сливки 20%, 100 миллилитров, сахарная пудра, 100 грамм, ванилин 1 щепотка, желатин быстрорастворимый, 20 грамм, без верха, вода 100 миллилитров, количество порций 8. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До встречи на канале!